С 2019 года в сфере образования Североказахстанской области реализовано 37 проектов государственно-частного партнерства на общую сумму инвестиций 670 миллионов тенге. В 2020 году подписан договор ГЧП о передаче в доверительное управление Бескольской средней школы-гимназии. Стоимость проекта 300 миллионов тенге, срок реализации 10 лет. Учебное заведение преобразовано в товарищество Бескольская школа-колледж. Какие перспективы ожидают учащихся, узнаете из нашего сюжета. Здание школы 1967 года. Капитальный ремонт не проводился давно. Здесь обучается порядка 900 школьников. А с этого года в учебном заведении учащиеся смогут получить и профессиональное образование. Теперь школа-колледж дает возможность пройти бесплатное обучение по квалификации оператор станков с программным управлением. Новая специализация позволит обслуживать промышленные производства. Первый набор составит 25 человек. Плюс нашего колледжа это в том, что первое – ребята во время производственных практик получают компенсационную выплату от предприятия в размере не менее стипендии. Срок обучения в дуальной системе, он внесены изменения в трудовое законодательство, и он теперь входит в трудовой стаж. То есть наши ребята по окончании будут уже иметь трудовой стаж. И кроме того, 100% ребят будут трудоустроены, это мы гарантируем. Компания «Радуга» – одно из ведущих динамично развивающихся предприятий. Потребность в кадрах имеется регулярно, а потому было принято решение в ранней профориентации школьников. Вливание инвестиций – это решение проблемы нехватки специалистов. Срок обучения, включая производственную практику, 2 года 10 месяцев. В этом году по грубым подсчетам где-то будет освоено 270 миллионов, я так думаю. Вот. Основные работы, которые провели, это полностью капитальный ремонт отопления. Мы поменяли это около 50 миллионов. Подвод электрических сетей, ограждение территории. И на следующий год, год-два, мы планируем окончательно завершить ремонт, основное здание отремонтировать и привести в порядок школьную территорию. Для городских выпускников 9 классов и сельских населенных пунктов будет предоставлено общежитие. Современное оборудование и комфортные классы позволят получить достойное среднее образование. Предложение от частных инвесторов о передаче в доверительное управление получили 5 школ. В настоящее время вопрос находится на стадии согласования. Наталья Аитова, Райнбек Бегужаев, служба новостей.